Ну и теперь о событиях дня подробнее. Обыски в администрации Братска сегодня одна из самых обсуждаемых тем. Следователи изымают документы по делу о злоупотреблениях в сфере ЖКХ на десятки миллионов рублей. В детали коммунальной аферы вникла Ольга Кузакова. Тучи сгустились над администрацией Братска. На чиновников заведено уголовное дело об ущербе в 34 миллиона рублей. Следователи заходят в здание через парадный вход, чтобы выйти с неопровержимыми доказательствами. Основанием производства обыска является наличие достаточно явно полагающего в том, что в каком-либо месте либо у кого-либо лица могут находиться орудия преступления, предметы, документы и ценности, которые могут иметь значение для уголовного дела. Дело ведут специалисты отдела по расследованию преступлений против госвласти и в сфере экономики. Обыск шел почти 4 часа. В присутствии понятых следственная группа проверила и подвал администрации, где находятся архивы. Изъята официальная переписка первых лиц за 2008-2009 годы. Сейчас документы тщательно исследуют, ведь до сих пор не ясно, кому конкретно и скольким лицам будет предъявлено обвинение. Многие из замешанных в этой истории до сих пор работают в администрации на тех же должностях, что и 5 лет назад. Некоторые продвинулись по карьерной лестнице. Расследуется уголовное дело о злоупотреблении должностными лицами администрации города Братска своими должностными полномочиями. По версии следствия, в период 2008-2009 годов должностными лицами администрации города Братска заключены финансово необеспеченные контракты с рядом юридических лиц на строительство жилых домов. Речь идет о 2-3-этажных домах. Фирма, которая должна была их построить и получила на это деньги, обанкротилась. Но в администрации подписали бумаги, по которым выходит, что застройщик выполнил свои обязательства. Хотя достраивала здание уже другая компания, контракт с которой заключили, а работу не оплатили. Строители подали на администрацию в суд ущерб более 34 миллионов рублей. Подобное уголовное дело с исчезнувшими миллионами и превышением служебных полномочий сейчас расследуют в Ангарске. Также заведено уголовное дело на главу Хужира. Все эти истории объединяют непонятно куда исчезнувшие деньги, которые должны были пойти на улучшение условий в жилищно-коммунальном хозяйстве. Похоже, правоохранители всерьез решили навести порядок в этой одной из самых криминальных сфер. Ольга Кузакова, Михаил Глызин. Новости по будням.